Так, вот такая у нас красота. Вышли мы на улицу. Пойдем сейчас в сарайчик свой раздавать вкусняшку. Вот такой идет у нас снежок. Минус 12. Ну, мне кажется, даже минус 15. Какая красота. Так, а вот мы принесли вкусняшку. Вкусняшка это у нас вот такое вот проросшее зерно. Красоточки мои, лангедазы. Это наш цыпленок прошлогодний. Не знаю, какое название. Просто наши домашние курочки. Вот это тоже лангедазы. Наш Петя. С черным мясом. Такой вот интересный. Ну, взбодрился. Название его Ухулей. Вот такой вот. Да? Кукарекать будешь, нет? Не хочешь? Ну, идите, щипайте, щипайте зелень. У вас тут одно яйцо. Мы сегодня брали еще одно. Чаек начинает замерзать. Это настой с крапивы и немного еловой. Иголок еловых, веточек еловых. Так что вот. Не хочет он пить при мне. Сейчас закрою и кукарекает. Смотрите, что мы вам принесли. Сейчас мы вам вкусняшки-то дадим. Вот мы ушли, и тот кукарекает. Смотрите, какая зелень, а? А, какая зелень. 14 января. Сейчас мы поделим. Так, вот они уже занялись. Перевернули. Перевернули. Вот эта курочка у нас. Хохолка. Она несет у нас зеленые яйца. Вот она. Вот такая вот. Еще зеленое яйцо несет вот эта курочка. И вот эта с хохолком. Вот. А это несет зеленые яйца. Одна посветлее, одна потемнее. А здесь у нас таких три штуки. Вот еще одна. Убегают. Не хотят они. Не любят они сниматься. Вот это голубое несет яйцо. И черненькое. С хохолком тоже несет вот это голубое яйцо. А еще одна у нас сидит. Скорее всего, хочет садиться на яйца. Вот она. Ну-ка, давай-ка. Давай-ка, давай-ка. Иди, а то сейчас без себя. Давай, сидя. Давай, давай, выходи. Вот она. Ну, вот. Красотка, которая несет голубые яйца. Но не фокусируется камера. Во. Вот теперь ты настоящая красотка с какой-то короной на голове. Вот такая вот. А? Она вот второй раз хочет садиться на яйца. Но если она рассидится, мы подложим ей. Да, голубые да зеленые. Да, от лангедазы. У нас одна лангедазка несет морской волны яйцо. Так, здесь яйцо и здесь яйцо. Забираем. Забираем. Ну, вот подрастающей молодежи мы тоже дали зелень. Курочки так и хотят у них отобрать. Вот, они там развлекаются. Как кушают, вкусненько. Витаминки. Вот эта курочка у нас несет зелененькое яйцо. И все, она никак не остановится. Чтоб ее хорошо взяла камера. Никак. Это у нее гребень на бок. И плюс еще хохолок за гребнем. Ну вот, все заняты. Все работают. Да? А что ты там себе? Кусочек ухватила, да? Давай поделимся. Кто хочет? Кто хочет? Налетай. Вот они, красотки. Вот этой курочке тоже уже года два с нашего цыпленка. Домашняя курочка. Где наша самая красивая? Вот она спряталась. Такая необычная расцветка у нее. Расцветочка. Молоденькая курочка. И вот еще наш цыпленок. Два годика уже будет. И этой, и вот той щекастой. Видите, ее зовут Щекастик. Щекастик и лохмоножка. Ну-ка. Да, вон там ноги. Лохмоногие у нее ноги. Она скрещена. У меня раньше были фавероли. И вот обычный петух. Где-то вот такой вот петух. Петушок вот такой вот. Вместе
с фаверольной курочкой скрещена. И вот такой цыпленок вышел. А почему фавероли? Потому что у нее не три пальчика. Там четыре даже, да? Четыре получается. Вот у обычных курочек четыре пальчика. А у нее пять пальчиков. Ну-ка, покажитесь. Давайте. Вот, да. Покажи свои пять пальчиков. Вон они, пять пальчиков. Раз, два, три, четыре, пять. Пойдем к другим еще посмотрим. Ну вот она квохчет, скорее всего, будет садиться. Квохчет, квохчет. Пускай витаминовка поест. Может, просидится. Тогда да, будем ложить ей. Да? Ну, пока. Давайте. Так, ну вот мы еще на сарайку пришли. Здесь тоже у них настой с крапивы. Съели иголочек, светочек. Этот наш новый петушок. Будем брать яйцо на инкубацию от него. Это обычные несушки. Это наш цыпленок. Только в апреле будет год этой курочки. И вот этой курочке будет только годик. Еще не молодки совсем. И черненькой тоже будет годик. А вот это зеленое яйцо несет. Ей будет 2 года уже. Пойдет 3-й год. Вот как они любят проросшую пшеницу. Ну там все у нас. И пшеница, и семечко, и кукуруза. Но кукуруза плохо всходит. Семечко хорошо зашло. Так, вот. Будем тоже от них собирать. И вот она. Да, снеслась. Ты снеслась? О, моя. Хорошая. Девочка, замерзла. Ты замерзла совсем, да? Холодно еще, да. Может, завтра потеплеет, будет вам хорошо. Ручные прям совсем. Иди, иди зелень покушай. Иди, я тебя выпущу. Иди. Беги. Беги. Смотри, я там что принесла. Смотри. Не хочешь? Ты замерзла, да? Конечно, такие морозы слабо греет обогреватель. Ну, теплый, теплый прям, хорошо теплый. Но вода не замерзла, так что плюс какой-то есть. Не знаю, какой. Никак я не найду термометр купить им в сарайке. Нету нигде, прям исчезли. Наверное, знали, что будут морозы. Все покупали, попродавали все термометры. Так что вот. Кушайте, кушайте. Вам есть чем заниматься теперь. Попозже еще к вам приду, наведаюсь на ночь. Петя, давай, участвуй. А то тебе зелени не достанется. Я очень длинные видео не люблю сама смотреть. Поэтому я сокращаю. Ну, попросили подольше. Поэтому немножко дольше снимаю. А так, обзор, полный обзор. Вот он. Так, ну вот наш улов за сегодня. Но я думаю, это еще не вечер. Кто-нибудь еще должен снестись. Будем ждать.